Привет всем электрик на канале. Сегодня мы с моим другом с Австралии покажем обзорчик про детектор. Так, ну вот, мы сначала расскажем про апгрейд аккумулятора. Вот такой у нас есть аккумулятор. Литий. 4 оси. Так, мы, короче, его переделали, потому что самый главный режим низкой частоты жжет очень много энергии. Так, это есть стандартный white detector, и при нем есть приделанный мультиплер, как сказать, раздвинутые катушки 90 градусов, которые вот это передающая. А это принимающая на 90 градусов, она обезнуливает все, что есть здесь. Даже металлический корпус невидимый. Это не прашка, чтобы шум ходьбы убиралось. Здесь все есть распоганено, все перемотано. Так, ну вот, мы сегодня будем тестить ее на глубину. Здесь у нас есть глубина 2 метра и есть немецкая каска. Здесь есть метр, там есть 2 метра. Agris's modified metal detector. He used the Garrett Eagle Eye coil and combined it with White's Spectra V3i metal detector. And as you saw, he upgraded the battery there to the lithium ion because that the 2.5 kilohertz it eats a lot of power. He's using this because it eliminates the small objects and he just looks for the big ones. And he sees the large objects or objects with a high mineral content or a big piece of gold. He doesn't see the nails or the coins individually, but it could find a large group of coins. And it looks down pretty deep, as we've seen in the tests. And it can scan, it can scan 3 modes at a time. Yeah. Yeah, that's pretty awesome. Так, я сейчас его включу. Так, посмотрим, что у нее там есть 3. Так, пойдем сразу. Вот здесь у нас есть эта яма. И здесь наверху у нас будет площадка. Так, ну вот здесь режимы, все режимы остались как оригинальные, только и мы создали один специальный режим. Называется он как раз Гарретский Игл. Полностью ничего не изменено, ничего мы не испортили, не хакнули. Мы можем поставить оригинальную катушку и только у нас есть такой режим. Так, по чувствительности здесь поставлено все на максимум, полностью все включено. Можно даже эти 100 поставить, но это не нужно. Так, частота у нас идет сейчас 2,5 кГц. Это как раз по железу, ржавому железу. Можно поставить 7,5, но будет теряться. Мы сегодня вам покажем разные объекты, разные частоты. Вот это будет немецкая каска на 2,5 кГц. Так, ну вот. Режим у него есть, вот включается как бы режимы верхний вектор. Включаем как бы пинпоинтер. Есть режим. И сама мода у него режим трех анализ трех частот, когда триггер находится в самом низу, тогда он вот такой стабильный работает у нас. Так, сейчас мы посмотрим до метра, как он себя ведет на эту каску. Так, ну вот здесь у нас есть вот каска,
Так, можем посмотреть, как он на пинпоинтере выглядит. Трава, конечно, это всегда плохо. Да, вот где-то вот здесь, получается, мы его видим. Так, ну а по векторам, если пройтись. Ну вот, это есть объект. Вот этот объект, мы его попробуем вытащить. Nothing. Так, ну вот это вот. Каску мы убрали. 2 meters? Делаем тест на обычную банку железную. Пустая банка. Краска чуть-чуть есть. Поставим. Есть. 1 метр. Где-то больше может. Режим 2,5 кГц. 7,5 кГц есть быстрый фильтр земли. Это все остальная мелочь. Так, ну. Здесь много железного мусора накопали в банке, но... О! There's something... Dig out, maybe. Что-то мы нашли нечаянно. Big spoon. Something yeah. Large. Small objects. Консервная банка. Обычное дело. Окей. Yeah, take it out. Yeah, put
No. Oh, shall we? Yeah. Down the bottom? No. Very, very deep. Так, лопату будем тестить. Так, немножко. Small, very small signal. Почти ничего. Окей, made Так, ну...